Был случай, когда ко мне звонит девушка, говорит, вы где? Я говорю, я вот из Алматы вылетаю в Астану. Я не знаю, как она так сделала. Я тогда у меня не было постоянной квартиры, я не снимал в Астане. И меня в одну квартиру не заселили, вторую. Короче, я пока с этой фигней маялся. Только нашел квартиру, заселяюсь, она мне звонит обратно. Я поднимаю трубку, да. Вы где? Я говорю, я в Астане, я же вам говорил. Куда подъехать? Я в Астане. Она из Атырау приехала в Астану, пока я вот прилетел из Алматы, пока... То есть это с какой скоростью она билеты покупала, я не понял. И тогда я понял, что Запад, он как-то очень сильно отличается от всего Казахстана. Вот так, вдох. Выдыхай. Выдыхай, а? Положи руку туда. Вот и прям туда дыши. Это женские страхи твои.